Завтра на Саратовском вокзале горожане смогут окунуться в атмосферу 45-го года. Это было действительно долгожданное событие. Женщины всей страны встречали своих героев. На перронах было не протолкнуться. Вот и 4 мая в 10 часов утра сюда прибудет ретро-поезд «Победа» и состоится театрализованное представление. Напомню, что сформирован ретро-поезд из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Поезд ведут два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве. В составе крытые товарные вагоны, теплушки, платформы для перевозок военной техники, салон-вагон. Поезд принадлежит музею железнодорожной техники Северо-Кавказской железной дороги. Все это горожане смогут рассмотреть поближе, сев в вагон ретро-поезда «Победа». Главное событие, которому готовится весь Саратов – патриотическое шествие бессмертного полка. В 2 часа дня 9 мая начнется сбор участников от улицы Рахова до улицы Степана Разина. А в 3 часа дня колонна двинется по улице Московская до Театральной площади. Хочется отметить, что в прошлом году акция стала самой массовой за всю историю ее проведения в городе. В шествии приняли участие более 80 тысяч человек. 9 мая интересным окажется заключительное мероприятие. Вечерняя концертная программа, которая начнется в 19 часов. В ней примут участие лучшие городские творческие коллективы, танцевальные, молодежные, вокальные. Завершит программу выступление симфонического оркестра УФСИН. Участники бессмертного полка придут на Театральную площадь. Здесь же состоится праздничный концерт. Сейчас пока студенты и школьники репетируют вальс Победы. Ну а завершится этот день праздничным салютом. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.